Сразу два рекорда установили чилийские футболисты, профессионалы и любители. Они провели самый массовый и самый продолжительный футбольный матч. В нем приняло участие 2375 человек. Продолжалась игра 120 часов. Надеюсь, этот рекорд надолго войдет в историю. Рад возможности участвовать в этом. Каждый игрок оставался на поле не менее 3 часов. В ходе игры футболисты-любители имели возможность сыграть с профессионалами. В общей сложности бесплатная регистрация была доступна для 3800 участников. Один из рекордов официально подтвердила книга Гиннесса. Поздравляю с самым массовым футбольным матчем, в котором сыграло 2375 игроков. Вы стали новыми рекордсменами книги Гиннесса. Поздравляю, добро пожаловать в семью. Вы официально удивительные. Второй рекорд представители книги Гиннесса не подтвердили. По каким причинам, пока неизвестно. Однако организаторы говорят, что рады, даже несмотря на то, что на международном уровне достижения не признали. Мы неимоверно счастливы, что установили этот рекорд. Мы превзошли предыдущий рекорд в 105 часов. На самом деле мы играли 120 часов. Предыдущий рекорд по самому продолжительному матчу был установлен в Шотландии в прошлом году.